Так, всем привет. Перед вами новая игрушка, новая. Не просто у меня на канале новая, а вообще новая игра. Untitled. Великолепная игра, интересная. Кстати, заметьте, она бесплатная, поэтому пока есть возможность, я вам советую ее скачать. Стимовская игра. Просто в Стиме введите название Untitled. Игра весит всего лишь 46 мегабайт. Потом после распаковки будет примерно там 120 или 160. Ну, короче, мало весит. Что это за игра? Новая игра. Она сейчас на стадии разработки. Там или альфа, или бета. Здесь непонятно. Я не читал даже. Ну вот, здесь написано на это Welcome to Steam Early Access. То есть ранний доступ. Маша на раннем доступе. Это смесь. Смесь разных игр. Во-первых, в первую очередь это Minecraft, Майнкрафт. Потом прибавляем к Майнкрафту Rust и прибавляем DayZ. И начинаем играть. Let's go. Здесь, конечно, можно собрать своего человечка, я уже собрал. Опять же, видите, она как бы бесплатная с одной стороны. Но здесь есть типа доната, то есть есть Gold-версия. Видите, там она дает вам возможность другие цвета выбирать, там дополнительные фигнюшки. Кстати, мне теперь эта фигня недоступна. Скорее всего, я могу только один раз собрать человечка, больше я вообще не могу менять. Ну ладно, мне так класть на это. Вот написано, $5, в принципе, это немного. Это будет 175 рублей. 175 рублей, я 100% знаю. А, уберись, так, у меня Steam открылся. Уберись, мразь. Вот, у меня есть одно достижение из 15. Да, я прошел обучающее говно. Давайте сейчас пройдем вместе мы обучающие. Обучающая миссия, она очень быстрая. Примитивная. По-моему, сейчас игра только на английском. Я не знаю, я не смотрел, здесь русский язык есть. Нет, по-моему, здесь его нету. Но он здесь не нужен. Здесь очень много настроек. Настройки звука, настройки графики. То есть с самого начала, да, по-моему, все начинают с говнографики. А потом вы, когда смотрите на игру, да, на саму там, там будете вы в доме находиться. Вы начинаете включать. Включили это, увидели, вау, это. И прям видите, у вас на глазах меняется графика. Еще есть особенность такая, я вот не нашел, здесь, по-моему, нельзя указывать разрешение экрана, здесь только вот, resolution, да? Просто по процентно идет. Ну ладно. Ну все, давайте попробуем. Вот такой у нас человечек, типа Minecraftable, да? Но это немного другая игра, у нее очень много особенностей. То есть, эта игра не на движке Майнкрафта, здесь свой движок. Здесь, я читал, да, во-первых, это мультиплеер, по-моему, здесь можно до 12 человек, да? Во-вторых, здесь есть прокачки, то есть вы можете прокачивать своего персонажа, там убийцу, там хорошего, там можно быть героем, можно быть вором. Также я читал, здесь очень много разного оружия. И еще здесь можно ездить на транспорте, да. Скоро вы это увидите. Ну поехали. Начало. Use WASD. Ну это стандартное передвижение, вперед-назад, лево-право. Потом Use X, Snake, то есть как змейка, то есть вот мы идем. Крадемся, да? То есть на X мы присаживаемся, на пробел прыгаем, и на Z мы лежим. То есть мы можем не просто крастись, мы можем лизать. Ой, лежать, извиняюсь. Ну, внизу у нас, смотрите, интерфейс, да? Это жизни красные, потом еда. Ну, это очевидно, даже Даун поймет, я думаю, да? Это вода. Я игру не играл дальше этого момента, я не играл. То есть я прошел миссию обучающую, а вон она, видите, заканчивается стенкой, все. Я еще дальше не играл в мультиплеер. Посмотрим. Так, а вот... А бегать можно здесь? Подождите, я не знаю. Ну, потом попробуем. Ну, дальше, да, интерфейс. Там вода идет, жажда, радиация и выносливость. Кстати, почему-то я здесь не могу прыгать. Там я мог прыгать. Здесь, наверное, выключается прыжок временно. Вот. Пресс, бла-бла-бла. От 1 до 4, чтобы использовать инвентарь. Один инвентарь. Вот он, инвентарь. Смотрите. А почему элита? Стоп, я же писал Arxplay. Очень странно, да? Скорее всего, он почему-то берет имя из Стима, да? При том, что в игре я все равно указывал имя. Ну, ничего страшного. Ну, смотрим. Нажимаем от 1 до 4, чтобы брать итемы. Первое — оружие. Второе у меня — это бандаж, хилка. Третье — я без понятия, что это, сплинт. Здесь вообще какой язык, я не могу понять. Это машинка, что ли?
А, вот, можно, видите, крутить персонажа. Это раг, это бандаж так называется? Я не знаю, какой-то язык странный. Вроде английский, да, крафтинг. Ну-ка, давайте посмотрим, что он здесь есть. А, менюшки, крафт, во, крафтить можно. Ну, здесь нам крафтить не надо, здесь обучающая миссия. Идем дальше. Все, и четвертое говно, я что-то не могу понять, что это такое. Наверное, ничего у меня нету. Берем оружие, пошлите. Пау! 28 патронов. Ну, это вот зомби, да, такие тестовые. Вот такие вот у нас зомби будут. Веселые. Опа! Блин, не могу попасть. Оп-оп-оп-оп-оп. Давайте порешаем. 100 жизней у меня. А, нифига они зверские, я чуть не сдох. Ха. Жестко, как ты, мразь, а, тварь тупая. Так, все, let's go дальше. Check your stats. Говна наверни, жопу подотри, бла-бла-бла. Английский мне нахрен не усрался. Язык для даунов, для пиндосов. Так, что здесь еще у нас бла-бла-бла, бла-бла. Пердыш, срать. Короче, все. У нас есть машинка, поехали, братцы. У-у-у! Здесь можно сигналить, да, и можно врубать свет. Вот мы видим внизу, да, интерфейс. Это скорость 46 километров в час. Потом бензобак, оказывается, даже есть. И все, мы приехали, вся миссия. Ну-ка, что такое F1? А, вид, вау. А можно третьего лица? Нет, нет. Вот, есть F1, F2. Но он так не едет. Это не вид, где я нахожусь. А, да. Это где я нахожусь в машине. То есть можно много человек сюда посадить. И... Ладно, все. Здесь написано, что вы прошли миссию обучающую. Теперь let's go. Disconnect and game pawn play real map. Реальную карту. Окей, disconnect. Почему же? Я не хочу играть с таким никнеймом. Подождите, сейчас, секунду. О, я даже сейчас поменяю. Вы, наверное, не видите, да, я открыл Steam. Потому что программа, она не захвачивает Steam, она только видит игру, ArtPlay, все. Play! Ну что, синглплей, оказывается, есть. Ой, я забыл то время засечь. Подождите, секунду, секунду, господа, подождите, это очень важно. Так, 12. У меня сейчас 12 дня. Так, смотрим, что нам сделать. Попробую синглплей сначала, а потом, наверное, мультиплеер. Надо все успеть, да? Попробуем, давайте, сейчас, сейчас, сейчас. Чтобы вообще ощутить запашок, запашок говнит. Ой. Так, map, play. И что это? А, две карты, да? Ну, вот игра весит 46 мегабайт. Блин, нужно было перезагрузиться, чтобы никнейм поменялся. Ну ладно, в следующей игре. На следующем видео, если что, другое напишу. Ну, такие вот у нас пироги, вы видите, да? У меня графика, по-моему, на максимум, но можно еще похимически сделать еще лучше, я думаю. Ой, что это такое? Item added. Ну, здесь надо, да, знать английский. Pink barriers. Что такое barriers? По-моему, батарейки, да? Давайте посмотрим. Не, go тогда мультиплеер, это будет нам скучно. Сейчас мы глянем одну вещь. Control. Ползти, да. Firewall, attachment, reload. Эмоте, Г, Ф, Интеракт, Ф. Что-то слишком много клавиш, я столько много не запомнил. Ладно, пойдемте. Let's go. Back. Play of connection. И куда же я могу сделать connection? Здесь надо знать сервер. Хост это я хостую. Подождите, а как коннектиться кому-то? Нужно знать. Адрес нужно знать, да? Давайте сейчас тогда я гляну адрес, подождите. Все, с возвращением. Продолжаем. Так. Ну, нашел какой-то я IP-адресок. Давайте глянем. Люди уже начинают выкладывать IP-адреса. Поднимать свои сервера. Это опять же, это сервак, а неофициальный. Так. 253. Если я правильно понял, там было написано, что он онлайн круглосуточно. 24 на 7. Ах ты, тварь тупая,
Ах, чмо. Ладно, сейчас, секунду. Та-та-та! Так, все, что-то мы нашли. Как я нашел сервер? Я ввел название игры, сервер написал. Ну, в любом поиске в Гугле, да? И там, короче, он нашел какой-то америкосный сайт, вики по игре, да? И там, короче, есть 4 ссылки. Там, получается, каждая ссылка ведет на сборник серверов. И там куча серверов. Это, по-моему, америкосный сервер, да? То есть это не русский сервак. Опять то же самое. Что за говнище? Так, ну и что дальше? И там, короче, много серверов. Он же там прям выбирает. Там отбор есть по количеству игроков. Что такое Г? А, это он показывает, да? Валвы, волна. Хм. Ну что ж, давайте изучать, что у нас здесь есть. Пока я очень ничего не понимаю. О, я что-то съел. О, какая красота. Вау! Меня что-то немного укачивает. О, как стало весело сразу. Я вижу единорога. Пойдемте убьем какое-нибудь животное. Так, а как здесь смотреть пауэров? Подождите. Что-то я жму К, это GK, видите, внизу слева меняются кругляшки. Что такое, без понятия. Ну что ж, let's go. Да хватит уже пучить, когда это говно пройдет. Самый бомжовский фильтр, который только видел. Где мрази? Она что, бесконечно будет? А, краф. О, да, вот смотрите, инструменты. О. И что дальше? Опа. Какую-то шляпу подбираем. Костерчик горит. Это хоррор, да? Это хоррор по-любому, я прям чувствую. Я боюсь идти куда-то. О, человечек валяется, военный. Его, наверное, потушить надо, да? Как я потушу? Поссать на него, что ли? Эй, люди! А как количество игроков на сервере вы видите? Ага. Всякие плюшки лежат. А, это типа люди могут писать сообщения, наверное, да? Любые. Чмо ты саная, а? Ну ты чмо! Видели, нас какая-то бичиха убила тупая. Ну это было предсказуемо, в принципе. А это написано, подождите, вверху слева. Не, что-то не пишет. А где я? Где написано, что меня убили? О! Вот это бичиха. Ха-ха! Сдохни, тварь! Сдохни, 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 сдохни! Нифига у него хп много. С двух рук буду его убивать. Во! Так, и что не пишет, что я его убил? Стоп, вы мрази! Что такое вообще? О, я могу наклоняться еще? Не, прикольно. Так, а где нам взять оружие? Подождите. Вот, скиллы, я вам говорил. Здесь можно прокачивать скиллы. Experienced, то есть опыта у нас нету. Так можно прокачивать. Прикольно. Хочу русский язык. Дайте русский язык. По идее, мы должны здесь найти оружие. И всех обоссать. Здесь оружия очень много, я уже говорил, здесь есть автоматы всякие разные. Это что такое за парад? Да. О, смотрите, что-то все выпадает. Connected, disconnected. Это еще америкосный сервер. То есть здесь я не знаю про пинг, вообще не понимаю. Будут лагать, не будут. А, можно ускоряться. Вот, да, на shift, то есть, видите, ускоряется. Let's go. А, он ускоряется и внизу, видите, справа, да, теряется выносливость. Что она красная?
Где я? Так здесь можно делать суицид, прикиньте. Кстати, смотрите, еще время идет. То есть я не могу сразу чик сделать суицид, бред. Ну, вообще говоря, суицид можно делать, молодцы. А, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Сюда иди, шмара. Ха, сдохни, тварь. Надо догнать эту тварь. О, зомби, видели? Мы с тобой не будем друзьями, тварь. Чмо, он же меня поджидает, наверное. Подогони меня, да? На, тварь! На! Ну давай, я с двух рук тебя положу сейчас! На, шмара, на! На! Сдохни, тварь! Я хочу увидеть твой трупак! А, блин, а чего он меня убивает? Стоп, стоп, на! Нечестно, вообще, я больше его раз ударил. Хотя, может, он прокачал скиллы какие-то, я без понятия. Фух, вот это было месиво. Видели, сколько было крови? А что так темно? Дайте мне утро, день. Ищем, короче, дальше. Я хочу найти оружие. Что это за бред? Как бичиха бегаю. Какой-то ссаный ноунейм взял меня, обосрал. Чмо, а? Ну вообще дерзкий типок. Вообще, реально, да я больше его ударил. Гораздо больше. То есть пока бежал, раз, наверное, 6 ударил. Потом я первый на него напал. Еще наверху раза 3 ударил. И почему-то убил он. А это что такое? Так, let's go. Сейчас, секунду, все, пошлите. Кто это пишет? А здесь, кстати, здесь чат-то есть? О, здесь есть чат, смотрите. Hi, Al. Hi, Al. Help your ass. Я вижу огонь. Я вижу ориентир. На стул сесть нельзя. Тупицы не могли сделать даже этого. Как же это сложно сделать модель, чтобы он сел на стул. Что это такое? А, иди отсюда, мразь. Я могу его руками забить? Зомби. Ну да, здесь, конечно же, опасно бегать ночью. А вам слабо? Что с тобой идет? О, здесь есть, видите, описание. Да пошла в жопу. За что? Я хочу русский язык, дайте мне перевод. Это я же замучаюсь все итемы переводить. Короче, ладно, мы это использовать не можем. Тварь тупая, отстань от меня уже. Я нашел самое ценное в этой игре. Дайте мне выжить. О, а там можно открывать шкаф? Здесь, по-моему, шкаф стоял, или меня глючит. А спать нельзя, да? Ага, иди отсюда, мразь. Он меня достал, помогите. Я включаю телевизор. А, телевизор и зомби, вы чуете, да? Дом 2, пахнет Дом 2. Мужик посмотрел Дом 2, стал зомби, я понял. Дайте мне тоже сдохнуть. А где ХП вообще? Где его ХП? Ой, больно. Такой же звук уматный. Ха. Не, я хочу реально показать баталию. Но это не баталия, это какая-то херня. Ну ладно, все равно, пока мы обучаемся, правильно? Ну-ка, я могу сесть. Блин, долго я буду садиться так. Ну-ка, еще раз спрыгнуть и сесть. Да, отвали. Я хочу утро. Давайте тогда подождем день. Ладно, сейчас сделаем так. Меня убивают, и я врубаю запись, когда будет день. Потому что, ну, что ночью бегать-то? О, у меня радиация 32, прикиньте. Тут-то радиацию повысили или что-то. Может, здание, бочки. Help me. Help me. О, мыши гореть не можем, ништяк. Но он сотворить не может, да? Да, он кусок. Ну-ка, если я сделаю вот так. Люблю лежать рыбой на крыше. Братюня. Валвы, волна. Валвы. Оружия нету, да? Странно.
Не, в принципе, все правильно, да, так всегда начинаются игры на выживание, без оружия, без сил. Ладно, короче, убивай меня, будем ждать день. Давайте я сейчас перемотаю, когда будет день. Так, ну давайте продолжим. Уже потихонечку рассвет. Какой-то звук слышу. Let's go. Наша задача какая? Найти хоть какое-нибудь оружие. Пресс 4. Не могу я пресс 4. Все ясно. Альфа 4, да. Нужно найти оружие. Я находил здесь воду, пил. Потом это какое-то говно нашел. Не знаю, что это такое. Подожди, 1, 2, 3, 4. Ничего нету сватов. А где мои сваты? Подождите. Это сваты? Клоч нашел. У меня мало хп, конечно. Это печально, но нам нужно оружие. Оружие лучше всего искать в городе, как обычно это бывает. Здесь одно и то же постоянно, как это говнище. Даже типа цветы какие-то. О! Это кто такие? Это люди обычные? Что чего их такое много? А, нет, это не обычные люди, ёлки-палки, это сраные зомби. Ой. Help me. Дайте мне ружбайку, а. Ну там город, вот единственное место, куда можно пойти. Пойдемте в город. О, машинка. Да ладно, я могу туда сесть и поехать, что ли? Давайте попробуем. Го-го-го. А, помогите. Help me. Поехали, братюня. А, горючего нету, ясно, ноль. Они меня бить могут? Машина разогорится сейчас, да? Пошли нахрен, пошли, мудаки. Пошли в жопу отсюда. Не тут-то было, мрази. Я посижу здесь. А, здесь нету дальней. Видите, еще машины разные, смотрите, да? Я могу разные сиденья занимать. Здравствуйте. Что вы хотели? Да, видите, ноль горючего, поэтому мы не можем ехать. Я даже не могу сигналить. Пошли в жопу, твари тупые. Поэтому он здесь и стоит. О, я могу бегать, я забываю. Так, короче, в самую первую очередь нам нужно идти в город. Я сейчас был в этом городе, а или я в другом был. Нет, я был там поселок. Я был в поселке, там всякое говно валяется, оружие, наверное, в таких вот городах. Я хочу пик-пах сделать. Блин, что мудаки за мной эти будут бегать сейчас всю карту? Ничего нету, да? Кстати, нас здесь убили, я хочу напомнить, нас по-любому опять убьют. Это как в Расте, помните, вот это Small Red Town, там Big Red Town. Та же самая фигня. У меня хп нету, помогите. Так. Паровозиком. Паровозик, тыр-тыр-тыр. О. No space. Типа у меня места нету? 6 хп, в жопу идите, твари. А он какая-то черная шляпа. Это человек, наверное, да? Ну, я в любом случае сдох. Сейчас мы тогда сразу сюда придем. Я привел тебе друзей, тварь. Сюда иди, чмо. Иди сюда, псина. Ну-ка, псина, псина, иди сюда, чмо. А что такое? А что он меня не бьет? Слышь, пес. Не, реально, он что-то не... Он не может мои 6 хп отнять. Давай, убей меня уже, дебил. Эй, пес. Ну-ка, агр на него, он меня ударил. Агр на него. А, нет, они на меня агрятся, тварь. А что на него не агрятся? Нет, это псину мы не опустим. Мы его опустим. Не отпустим, а опустим. Сюда иди, тварь тупая. Цикло, а? Ну, цикало. Цикло по кусок. Сюда иди, шмара. Он 6 хп не может отнять. Прикиньте, какой инвалид. Просто инвалид.
Тварь тупая, убей меня уже. Странно. Может, я какой-то неубиваемый? Не, реально, это трата времени. Пускай меня, короче, убивают. Давайте начнем нормально уже. Все, let's go, let's go, let's go. Мы уже все знаем, правильно? Здесь лежит только одно говно, по-моему. Только цветы эти, или что такое? Вот. Барис, или это какие-то витамины? Давай, скушаем. Мы распаунимся тоже в разных местах. Фу, обожаю эту фишку. Вау! Не сразу, знаешь, так смотришь, да игра сразу веселее становится. Такой кайф. Такие радужные цвета. Ну... О, энергии у меня нету, да, я не могу прыгнуть. Ну, вот эта вот постройка, так же, как и в Расте, да, помните? Red, это Red Town, да? Такие же постройки. Я хочу оружие. Да, ведь для этого прохождения и обзора нам нужно оружие. И баталии. Машина горит. Меня пучит. Интересно, здесь есть вид от третьего лица? Чтобы я сам себя мог видеть. Параша. И что это? Да, говнище. Ничего интересного. Ну-ка, а где все у нас такое? О, машинка упала. Наверное, мудаки все подобрали. Да, дайте угадаю. Все. Фигня тупая. Это, наверное, чтобы колеса протыкать. Трап. Да-да-да-да. 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 Видите, пишет сообщение, как о Dark Souls, помните? Там тоже это, люди на земле пишут сообщения, здесь то же самое. Дайте мне что-нибудь такое нормальное. Что за параша? Какие-то запчасти тупые. Не забывайте, что игра бесплатная. Во, шелс, отлично, это патрончики. Маленькая проблема, мне некуда их сувать. Хотя у меня есть одно место, куда можно засунуть патроны. Это будет не в этой игре. Болты. Нахрен усрались мне эти болты. Полетели выше на самолете. Дайте угадаю, нет бензина, да? А, он не может летать, что ли? Блин, Может потом сделать? Не, самолеты нужны, чтобы было no space. Это типа места нету, что ли? Подождите, no space. И что мне сделать? Значит, это выкинуть? Это типа я могу только 4 вещи таскать? Что за бред? Крафтинг. А что я ничего не могу крафтить? Не понимаю. Скиллы. Да, скиллы мы не можем прокачивать пока. Странно. Почему только 4 вещи я могу носить? No space. Пошел уже пундак. Так, это что такое? Work rich. Короче, всякое говно валяется. Ну да, очень сильно напоминает DayZ, то есть ты также и шастаешь по заброшенным этим городкам, местностям. Тебе также хотят все убить, обоссать. Но здесь зомби похлеще, чем DayZ. Они здесь вообще не остают, вы заметьте. Они просто бегут бесконечно. DayZ там что, отбежал и все, и зомби остали. Так. Еще непонятно про дроп, когда убивают меня, дропаются ли вещи, каким образом дропаются. Мы убивали людей, да, пару раз, но я ни разу дропа не видел. Тупая местность, вообще ничего нормального не нашли. Кстати, вон еще вышка есть. Обязательно пишите в комментарии, надо ли мне еще снимать видео по этой игре, потому что по картинкам я видел, что здесь вообще огромные баталии, да, здесь автоматами стреляют. Потом всякие машинок много. Скорее всего, да, это все нужно найти. Поэтому мы в этом выпуске в любом случае не успеем все найти. Мы пока просто знакомимся с игрой, узнаем новые фишки. Типа вот 4 слота всего лишь. А их, наверное, прокачивать можно, слоты.
По-любому можно прокачивать, да? Крафтсмен. Так, в SGO глянем, что у нас здесь. Снайперскую винтовку дайте мне. Ну-ка, что это такое? Прыщ. Вот гёй, тварь, за что? Ненавижу вас. Ну-ка, давайте попробуем убить кого-нибудь. Надо грамотно сделать, ударить и сразу отойти. Ты чё, шмара, а? Ладно, все, уходим, хватит. Меня немного побили. А, серый экран, как в Дейзи. Слезали бичи. Так, ВСГО. О, человек. Пошел отсюда, чмошник. Так это, наверное, зомби был, это не человек был. Так, где мы пока-то появились? Дайте мне еще какой-нибудь городок нормальный. Во! Во, машинка. Скорее всего, машинка. А, горит машинка, да? Пойдемте прочекаем городок. Let's go, let's go, let's go. Мы даже еще ни разу зомби не убили. Ну что это такое вообще? Реально позор года. А чему он стоит тупой? А, наверное, зомби, да? Эти зомби еще разные, заметьте. Нифига он меня палит, ну вообще оборзели. С другой стороны карты был. Ну-ка, что он здесь есть? Ничего, да? Засада! О, чмо. Эй, псина! Ну ты пес, ты думаешь, я тебя отпущу, что ли? Я тебя обоссу, тварь тупая. О, иди, иди за ним, иди. Ну давай подеремся, давай, давай, давай подеремся, давай, зомби, помогай мне. Помогай, убиваем этого чмыря тупого. И опять же, видите, все от пинка зависит тоже, потому что это америкосный сервер, у меня пинг примерно 200 будет. Значит, ты лежал на кровати. Слышь, пес? Пес, 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 о! Чё же они не подыхают? Они хотят подыхать. Чмо. Неужели вы думали, что я его отпущу? Так, ну мой скилл растет с каждым уровнем. Заметьте, я убиваю, меня почему-то отнимает репутацию. Ну, скорее всего, да, здесь есть такая тема, как добрый и злой. То есть ты убиваешь людей, у тебя отнимают репутацию. Убиваешь зомби, повышает репутацию, прибавляют по единичке. Так, ну я хочу найти что-нибудь. Boys. Let's go. О! А, наверное, зомби, да? Если этот человек, ему очень сильно не повезло, он что будет так обоссан. Но это зомби. Он за километр меня почивает. Да? А, да, зомби. Видите, за серого экрана непонятно, кто это был. Там пишется, когда вас убивают. Тоже правильно сделали, что пишут. Как в Расте, да? Да. Вас убил мутант-зомби. О, чмо. Ты, наверное, это, решил полежать? Да, чувак. Зря ты здесь лег. Или это баг тупой? Все, пошел нахрен, мудак. Надоел. Let's go, let's go, let's sky. Дайте мне еще постройки, оружие. Ну, заметьте, мы еще ни одного человека не видели с оружием. Ни одного. Только один вначале был, но у него был меч. То есть это немного не то. А, псина. Вот вспомните, кто не видел, или кто видел, как я в расте, да, в эксперименталке нагибаю. Дайте мне такое ружье сразу, минус 5 ПВП. Дайте мне... О, сколько ты собрал, дебил тупой. О, дебилище. Ну, подыхай, окей, подыхай. Я надеюсь, у него ХП мало. Черный плащ, да? Дебила кусок, черный плащ. Ха-ха-ха, черный плащ. Фига он по нас собирал. Ну-ка, интересно, они с агрессом на этого дебила? Подождите. Один, значит, еще по землю идет.
Где эта тварь лежала? Или он... вон, валяется. Кусок дерьма. А, пес, привет, привет, псина. Сдохни, чмо. У меня мало хп, но я буду с тобой драться до конца. До конца, пес. На, черная жопа, тупая. Сдохни, сдохни. Оп. Нифига я комбо продел. Оп. Ха, ну просто Вася. Двоих. Я двоих запинал. Хотя мне хп мало. Ах, нулевки. Нулевка. Нечестно. О, я плавать не умею? Нет, давайте проверим его. Пришло время проверить. Я надеюсь, что я умею плавать. Ну, что-то вроде да. Хотя непонятно. О, они не умеют плавать. Смотрите, все, мы нашли выход из любой ситуации в этой игре. Поплыли. Я нырять не могу, то есть он просто тупо идет по прямой. Я как Иисус. Я же и есть Иисус. Я иду по воде. Да? Какие-то звуки. Такой звук, как будто пердеж из воды идет. Так, ну серый экран, конечно, мне это не нравится. Терпеть не могу серый экран. Что у нас еще? О, я не могу открывать инвентарь, оказывается, когда я плыву. А я могу ползать? Нет, не могу я ползать. Странно, да, что я не могу ползать по воде. Это что такое? Единственная травинка, вы видите это? Травинка за всю игру. Да, но я не могу ее поднять. О, я могу ускориться. Что-то мы куда-то слишком далеко поплыли, по-моему. Вон еще травинки появились. Let's go. Сейчас будем песни петь. Ну, быстрее, тварь. Ладно, гол суицид, мало хп. Ждем 2, 1. Это типа, чтобы случайно не нажали. Молодцы, кстати, да. Что такое хомо, я не знаю. Где я появился? О, отлично, рядом с городком. Отлично, мы там уже были, кстати. Пойдемте прочекаем, что у нас еще появилось. Ну, что это за дело? Никакого оружия, ну. Зато мы убили плаща, обосранка. Тупого дебила обоссали. Пойдемте, гоу. Оп. Облака, ну, это стандартные облака. В принципе, солнце, кстати, почему солнце круглое, я не понял. Облака квадратные, солнце круглое, no logic. А, да, вообще самое бесполезное место в игре. Что-то немного подлагивает, или может у меня компьютер что-то лагает? Спасибо за патроны, конечно, да. А, там тварь, да, бежит? О, тварь хочет ПВП, да? Кстати, он их с руки забил, посмотрите. У меня реально что-то компьютер начал лагать, надо уже... Привет, братюня, подстава! Шмара! Ну хорошо, пускай себе могилу копает. Кстати, пойдемте посмотрим, что он наверху. Реально что начал лагать, потому что это компьютер делает. Это фигово. Он думает, что я от него отстану? Не, он немножечко перепутал меня с кем-то. Эй, тварь, ты где? Ой, что такое? Пункт. Тварь тупая, иди отсюда, мразь. Ну давай, чему? Ну это обычная обоссанная крыса, значит будет бегать от меня, убегать. Сюда иди, псина. Что-то реально очень сильно, короче, лаг. Я не знаю, из-за чего, или за компьютер, или что. Тварь тупая, нулевая. Ну, пошла в жопу, крыса. Ну то, это, наверное, девочка играет, да, чем мы за ней бегать будем. Ну все, давайте дальше подводить итоги. Да, в принципе, на первый разок мы сняли нормально, хватит нам этого материала. Тем более начал ком что-то лагать, не знаю почему. О, вроде прошло, все прошло, да. Пишите в комментариях, да, есть ли смысл... Смотрите, сколько дисконнект. Дисконнект. Есть ли смысл дальше снимать? Если вам интересно, я могу снять дальше, там уже поискать оружие еще раз.
Игра, в принципе, интересная, вы видите, да, что задумка хорошая, есть разные карты. Также можно поиграть в сингл-моде. А можно не в сингл-моде. Офигеть, я убил с одного удара, нифига я профессионал. Ну-ка, если мы будем бог ходить. Как вам такая тактика? Ха-ха! Тварь. Я придумал новую тактику, как их убивать. Надо в бок ходить. Или они не успевают поворачиваться. Ну какой же я умный, Господи Иисусе. Дайте мне медаль, пожалуйста. Смотрите. Ха-ха! Все. Ну ясно, короче. Все, я прошел всю игру, считайте. Эх, вы не того напали, ладно. Мудаки тупые. У нас появился лом. Ой, я могу убить разными вариантами. Да, вот так, вот так, вот так. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, бла-бла-бла. И напишите самое главное, понравилась ли вам игра вообще, что вы думаете об этой игре. И хотите ли вы, чтобы я снимал дальше. Всем пока.